с вами Виктория и канал Кулинарим, и сегодня я готовлю салат с баклажанами. Летний салат за 5 минут. У одного среднего баклажана отрезаю попки. И частично очищаю. Так, чтобы кожура просматривалась, но чтобы ее было не слишком много. Разрезаю баклажан напополам. Я буду готовить на небольшую порцию. Мне понадобится одна половина баклажана. И нарезаю его на средние кусочки. На среднем огне сначала обжариваю баклажан без добавления масла. Нам нужно, чтобы он немного как бы запекся. Когда баклажан вот так у нас зарумянится со всех сторон, посмотрите, это очень важно. Только тогда добавляем немного растительного масла, буквально одну столовую ложечку. И продолжаем обжаривать уже на растительном масле. Выдавливаем в баклажан 2 зубчика чеснока, чтобы придать ему ароматный вкус. Немного его подсаливаем, перемешиваем. Баклажаны оставляем немного остыть. Лук, шалот, можно взять красный лук или обычный репчатый лук. Мелко нарезаю. В салатницу отправляем обжаренные баклажаны. Лук-шалот. Средними кусочками нарезаем помидоры, не слишком мелко. Молодой картофель отвариваем в подсоленной воде. Пока картофель отваривается, приготовим заправку для салата. Для этого смешиваем 4 столовые ложки растительного масла с 1 столовой ложкой бальзамического уксуса. Вместо бальзамического уксуса можно добавить сок лимона, либо любой другой уксус, например, яблочный. Соус солим, перчим, соль, перец по вкусу. Добавляем немного сушеного чеснока и выдавливаем 2 зубчика свежего чеснока. Все хорошо, тщательно перемешиваем. Отваренный молодой картофель нарезаем на средние кусочки, вот так, примерно напополам. Последний ингредиент, который я очень люблю добавлять в летние салатики, это сыр фета. Как вариант, сыр фета можно заменить брынзой либо моцареллой. Нарезаем сыр фета на небольшие кусочки. Мелко нарезаем петрушку. Салат заправляем заправкой. Все хорошо перемешиваем. И в самом конце сверху добавляем несколько кусочков феты. Наш летний салат с баклажанами готов. Сервируем его и подаем к столу. Салатик получается очень вкусный. Обжаренные до золотистой корочки баклажаны в сочетании с молодым картофелем, помидорами и вкусным соусом, это очень-очень вкусно. Обязательно приготовьте такой летний вкусный салатик, вам очень понравится. Всем желаю приятного аппетита, не забудьте подписаться на мой канал, ставьте лайк, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Всем прекрасного настроения и до новых встреч! С вами была Виктория.